вам с утра чего? Буханем с утра. 4 градуса на дворе. Для нас это мороз морозный. Зима лютая. Помогите. Одна снежинка. Еще не снег, еще не снег. Одна бутылка. Еще не алкоголь. Ребята, 5 утра. Выпила кофеечку и пошли мы работать. Тишина, все спят. А мы тут. Ку-ку, ку-ку, пу-пу. Ребятушки, одним глазком, одним глазком. Сегодня Лерёк в 4:30 на работу зашла. В 4:25 была закрыта. Ножки сделала с картошкой, потому что картошки вечно не хватает. Опять наша фараона на 4 части их разрезала. Рыбки наготовила. Лазанья альпесто. 3 соленых тортика. Такой наш гуляш сегодня. Рис с сосиской. Минестрончик, кто говорил, супы не едят. Заставим, будут кушать. Рагу у нас сегодня, равиоли. Паста, песто, помодоро, рис. Ну, короче, все котелки полные, так что ждем народ. Запаса хватает. Я покажу вам сладкую витрину. Ох, нелегкая эта работа. 4:30 начинать работу. Ну что, справимся. Хорошо. Нравится? Приходите кушать. Мы вас ждем. Ой, народ. Ключи падают, все падает. Гляньте. Это не хата. Облава! Помогите. Так мне ж еще надо допаковать. Сейчас хлопцы приедут. А у меня еще ж не все запечатано. Ой, сказать можно. Так, Светуля, Одесса. Это тебе маленький ящичек. Ты поняла, потом спишемся. Гранди Коки. Вверх ногами. Папаяне, это тебе. Все, все остальное. Нинди. Пошла домой я за деньгами. Фух, пока спустила, аж задыхалась. Что думаете, у нас ребята профессионалы. Так как такой холод на дворе. На весах все сложили. 100 килограмм, ребята, как всегда. Лелёк рекорды бьет. Ой, ветрюган, зима и до нас пришла. Все, Украина, счастливой дороги, получай посылочки. Ах, 2 часа ждала, ребят. Говорят, пробки по городу не протолкаться, ну что сделаешь.